мне помогает обучение на этнокоуча тем, что знания, которые даются на обучении, я могу применить в своих воркшопах, в консультациях, в общении с людьми, с клиентами, с друзьями. То есть это основа, то, что информацию, ту, которую я получаю на обучении, я могу передать людям, то есть из источника, от специалистов, которые компетентны в этой области. Общение с людьми. Общение на любую тему по здоровью. Вся наша жизнь – это диалог. Диалог с людьми. И когда в диалоге мы говорим о вещах, которые нас вдохновляют, нас зажигают, то это чувствуется. И это больше разговор на уровне чувств. Это энергия, это баланс, это ресурсность, ну и, конечно, творчество. Да? Вот это вот изюминка. Изюминка в разговоре по чувствам. Обучение на этнокоуча я бы порекомендовала специалистам, которые непосредственно взаимодействуют с людьми, независимо в какой области. Либо это диетология, нутрициология, натуропатия, либо тренерам, йога, учителям, остеопатам, массажистам. То есть все, что непосредственно целостно относится к здоровому образу жизни, питанию. И это холистическая медицина. Холистика – целостный подход к организму, к телу на всех уровнях. И ментальная, и психическая, и физический уровень. Я практик. У нас энергетический праксис. Я специализируюсь в области нумерологии, психологии, и я тета-хилинг-практик, практикую Access Bar. И когда на консультациях, мастер-классах использую информацию, знания, опыт докторов, нутрициологов, немецких специалистов, это намного помогает моей практике опираться на знания и опыт, которые прошли мои учителя, можно так сказать. И я обучаюсь тому, что вдохновляет меня. Вначале я была клиентом и любознательным человеком, познавая себя, свое тело. И также я этим делюсь своим опытом, своим знанием со своим окружением, с людьми, которые приходят к нам в практику на консультацию, или это онлайн-общение на консультациях онлайн.